понедельник, 2 апреля, в 10 часов утра в Набережных Челнах пройдет плановая проверка системы оповещения. Они установлены в черте города, на крышах 9 жилых зданий и в 19 организациях. Кроме того, звуки сирен услышат в районе Нижнего Бьефа Нижнекамской ГЭС. Как сообщили в Управлении гражданской обороны, тревожные сигналы не должны пугать челнинцев. Проверки плановые и проводятся в преддверии паводка и пожароопасного сезона. В Челнах появится общественный туалет стоимостью в 14 миллионов рублей. Соответствующий заказ на строительство объекта на Майдане разместил городской исполком. Известно, что туалет будет отапливаемым и сможет одновременно принимать до 22 посетителей. Завершить работы по строительству планируется до конца текущего года. Завтра, 31 марта, челнинцы и гости города смогут посетить сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды развернутся на набережной Габдулы-Тукая, а также на площадке перед стадионом «Строитель». Приобрести мясо, овощи и другую продукцию местных фермерских хозяйств можно с 8 до 15 часов.